Таня Ложкина прибыла к нам из города Кыштым с песней «Домовой» номер 8. Таня Ложкина. Прошел по городу служок, квартиру номер 5. Целился страшный домовой, он не дает всем спать. Трохочет музыка с утра, как горная река. В квартире слышен чей-то крик и шум до потолка. Домовой, ни днем, ни ночью нет покоя. Домовой, ну что ты так шумишь? Домовой, скажи, ну что это такое? Быть может, ты совсем не спишь? Домовой. Каждый день тот же рок-н-ролл. От этих ваты децибел трясется даже пол. Пропали мыши за 3 дня, ушел из дома кот. А он все мучает народ, покоя не дает. Домовой, ни днем, ни ночью нет покоя. Домовой, ну что ты так шумишь? Домовой, скажи, ну что это такое? Быть может, совсем не спишь, домовой, 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 домовой. Соседи собрались гурьбой и обсудили план. И кто с метелкой, кто с тобой, слабо одетый Иван. Открыли потихоньку дверь, и крадучись вошли. И все от смеха прямо там в прихожей полегли. Домовой, там нету и в помине. Домовой, не в сказках он живет, а просто ром звездою захотелось стать Марине. И она под музыку поет. Домовой, ни днем, ни ночью нет покоя. Домовой, ну что ты так шумишь? Домовой, скажи, ну что это такое? Быть может, ты совсем не спишь?